Мне нравится в садике организация различных мероприятий, которые организовывает Кита. Я не встречала в других детских учреждениях. Например, совместные походы в лес, проведение вместе совместных выходных, выезды не только на природу, но также здесь очень хорошая площадка. Воспитатели организовывают на этой площадке, на территории даже садика, различные мероприятия, не свойственные детским учреждениям, достаточно свободного характера, сидение у костра даже иногда бывает в теплую погоду, песни, музыкальное сопровождение. Мне это очень нравится.